Децентрализованная торговля уже давно покорила рынок своей надежностью и независимостью со стороны третьих лиц и закрепилась в криптопространстве. Такая торговля полезна не только конечному пользователю, но и различным проектам и инвесторам, которым необходимо реализовать свои начинания в жизнь. Сегодня мы поговорим о проекте, который всерьез занялся развитием социальной торговли. Представляем вам проект NFTTON. NFTTON – это децентрализованная социальная торговая площадка, с помощью которой музыкальные исполнители могут общаться друг с другом, а также с инвесторами, и обменивать свои произведения в цифровом виде NFT. Вся работа осуществляется в рамках устойчивой и мощной системы токеномики, работающей на блокчейне, что позволяет окунуться в мир возможностей для тех, у кого есть связь с развлекательными ценностями музыки и исполнительного искусства. Что предлагает проект своим пользователям? Став пользователем данного проекта, вы сможете собрать собственную коллекцию разнообразных NFT, включая редкие первые издания, и хранить их у себя. Также у каждого появится возможность поддержать любимых создателей с помощью покупки их уникальных NFT. Вы всегда можете взаимодействовать с кем угодно, ведь NFTTON – это та платформа, на которой вы можете делиться, подписываться, комментировать и присоединяться к определенным сообществам авторов. Если вы являетесь не просто пользователем, а создателем, то проект приготовил для вас следующие преимущества. Вы без проблем сможете подключить свой криптокошелек и безопасно загружать свои творения. Команда проекта гарантирует защиту вашей собственности и монетизирует ее. Монетизировать интеллектуальную собственность вы можете через спотовые продажи, а также листинга на аукционах или роялти от сделок между пользователями. Ну и конечно же, вы имеете полное право создать собственную фан-базу. Общайтесь с поклонниками и подписчиками в собственном подсообществе и развивайте свой бренд. Проект уже набрал достаточные обороты и может похвастаться рыночной капитализацией в 1 миллион долларов при более 18 тысяч держателях токена TON, общее предложение которого составляет 1 квадриллион токенов. При таких больших цифрах команда сожгла уже около 25% токенов, и на этом не остановится. Каждый пользователь получает вознаграждение с каждой транзакцией. За использование токена TON применяется налоговая комиссия в размере 8%. Данные средства распределяются следующим образом. 2% маркетинг и благотворительность, 2% повышение ликвидности, 2% распределение между держателями и 2% безжалостно сгорает ради светлого будущего проекта. Проект действительно достиг большого успеха в своей деятельности. Анализируя дорожную карту, видно, как быстро проект реализует даже самые сложные поставленные цели и непрерывно идет к своему идеалу. В будущем мы сможем ожидать от проекта собственную торговую площадку, удобное приложение, а также магазин товаров. Все это появится уже в 2021 году, что не может не радовать. NFTTON – это молодой и быстро развивающийся проект, целью которого является создание одного из самых безопасных сообществ NFT, чтобы вдохновлять людей создавать и оберегать артистов. Если вас заинтересовал данный проект, то вы можете ознакомиться с ним лично, перейдя на их официальный сайт, ссылка на который находится в описании под видео.